Мария, добрый вечер. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, меня слышно? Отлично слышно, да. И видно. Прекрасно. Мария, поделитесь с нашими зрителями, что сегодня наблюдали в Лужниках, что там сегодня происходило, какие-то, может, забавные истории из того, что вы могли увидеть собственными глазами. Я не попала на сам стадион, потому что я потеряла свою группу, я увидела, как люди раскладывают Дино-Георгиевскую ленту, и там еще был на фоне Ленин. И много разных других флагов, и я подумала, это очень интересно, и остановилась, потеряла группу. А в 3 часа закрыли все, и попасть я не смогла. Но мне кажется, хорошо, что я не попала, потому что я находилась там, где экраны были, там, где раздавали еду, люди танцевали, пели. И, значит, ходила там, брала комментарии у людей. Что было интересного, смешного? Ну, смешно там все на самом деле, потому что я на таких мероприятиях ни разу не была, и для меня это был какой-то новый дивный мир. Что рассказывают люди, которые там присутствовали? Да, рассказывают, что я у них спрашиваю, почему вы здесь? Говорят, за Крым, за присоединение. Там было интересно, что не все люди пришли именно в поддержку спецоперации. Многие ходят туда каждый год на это мероприятие, потому что отмечают присоединение Крыма. Действительно так. Эти люди против спецоперации, но за Крым. Кто-то рассказывал мне о том, что они поддерживают российскую армию, так и надо. Очень много слов про нацистов. Вообще весь этот митинг, я не знаю, концерт был пропитан духом нацизма, то есть против нацизма. Это слово очень часто звучало. Везде нацисты, только в России их нету. Один мужчина мне рассказал про то, как у него дед воевал во Второй мировой, и вот он нацистов убивал, и теперь он также хочет. Многие люди просто отворачиваются, не дают комментарии. Кто-то говорит, что им запретили говорить. Они из организации. Я не знаю, с какой организации. Вот. Много таких вообще было, потому что мы видели публикации того, как люди, которые работают в бюджетной сфере, студенты, все публиковали вот эти вот рассылки, которые шли по чатам рабочим, учебным, о том, что надо обязательно явка, прийти, отметиться, а потом делайте, что хотите. С такими удавалось с людьми поговорить? Что они рассказывают? Я, возможно, сама такой человек, но в этом году я сама напросилась от своего университета на этот концерт, с такими людьми удалось поговорить. Вообще, по поводу этих толп людей, которые внезапно просто появляются где-то по периметру, это в основном мужчины, очень много мужчин. Они как будто, вы знаете, с завода. То есть такой прям стереотипные мужики, женщин реально меньше. Uh-huh. Что они говорят? Многие из них отказываются говорить, естественно. Они так кучками стоят и отказываются. А кто-то говорит, что... кто-то так, знаете, тихо говорит, да, поддерживаю. За президента. В принципе, они все одно и то же говорят. Так что это, не знаю. Видели плакат, типа из Тобольска люди приехали. Один мужчина сказал, что он из Мордовии приехал. Я говорю, вы один сюда приехали? А он говорит, с друзьями приехал. Вот. Выступление Путина, Мария, а выступление Путина, которое прервали, там же было видно, да, наверняка, с этих экранов, около которых вы находились, в этой зоне, не знаю, как она называется, зона... Фан-зона, да, при стадионе. Что там происходило? Почему прервали? Потому что разная информация поступает. Технический сбой, как сказал Песков, или как сейчас опубликовало издание агентства о том, что был свист и гул, из-за которого прервали эту трансляцию. Что там на самом деле происходило? Смотрите, я на видео писала всю речь Путина, там около 7 минут, сразу как она началась, я оказалась рядом. Его там на месте, его не прерывали. Я не знаю, что случилось в телевизоре, но там не прерывали. Там последний кусочек, который вырезали, наверное, это он там говорил про Ушакова, про адмирала, то, что он причислен к лику святых, там что-то еще про Россию. Я не знаю, почему его перекрыли, Путина, знаю, что, и слышала сама этот момент, где он сказал, что наши солдаты воюют. Он это слово действительно сказал, оно у меня есть в записи. Может быть, из-за этого. Сказать не могу. Люди в этот момент, когда вышел Путин, там как бы губернии объявил, президент Владимир Путин, сразу гул пошел, и люди, которые были возле экранов, а там по периметру много экранов, вокруг стадиона было, и они прильнули, людей как будто больше стало, может быть, не так показалось. Все затихли, все слушали президента. Когда в те моменты, когда он останавливался, нужно было кричать что-то, на стадионе, естественно, громче кричали. Вообще, за стадионом
люди особо не кричали, криков никаких не было. Были, может, какие-то свисты, но это были позитивные свисты. Какого-то освистания именно в этот момент не было, точно не было. А, ну, у меня вопрос касательно звезд. У нас следующий гость в нашем эфире будет Алан Бадоев, известный клипмейкер, режиссер, который делал клипы для звезд российской сцены. Для почти всех такой. Для всех, да. И вот у меня вопрос к вам, к человеку, который тоже видел. Российские звезды, которые выступали на этом концерте, они выступали с какими-то речами, одобряющими эту войну, или просто выходили с какими-то странными песнями? Что вот было в этом блоке после ухода Путина? Это концерт был или агитация все-таки, вот по вашему ощущению? На что похожи были выступления этих российских селебрити? Я не знаю, по-моему, это прославление президента было, потому что там у них такая, типа, девиз вот этого всего, что-то без нацизма, за президента, за победу. И вот многие музыканты по очереди эти фразы повторяли, из Любе фронтмен это говорил, не помню, Газманов очень много всего разного говорил. Я особо, у меня это как шум, я это не запоминаю. Но, да, много кто говорил, и Тимати там был, говорил тоже там, он санкций коснулся, вот его, наверное, его это очень коснулось, что бренды уходят, и он как рупор для молодежи такой, он должен был обратиться к молодежи, он про бренды поговорил, и тоже там, он сказал, что он очень любит Россию, любит свою страну, ни на что ее не променяет, а так, да, каждый высказывался, но там половина была тех, кого я вообще не знаю, то есть мне эти люди неизвестны. Окей. А звезды Украины это были украинской сцены? Потому что в афишах, которая висела вокруг Лужников и распространялась в интернете, анонсировалось помимо российских поп-исполнителей, также звезды из Украины, которые поддерживают вот этот вот лозунг за президента, за, как там, за мир, за мир, за президента. За бесконечные за. Да, была какая-то одесская певица, но еще раз скажу честно, я не запомнила. Mm-hmm. Кто-то там еще вроде был из Донецка. Она сказала, что Донецк за мир, с вами, Донецк с Россией, Донецк знает, что он нужен России, и то есть Россия как большой брат такой, или большая сестра для Донецка. Вот, и вот этот, когда блок был, мне вообще, ну, это супер срежиссированное вот это вот все, ужас, мне было не очень интересно. То есть не очень искренне выглядели эти звезды, когда... Абсолютно. Все это мероприятие абсолютно неискреннее. У меня напоследок вопрос касательно численности. Власти заявляют о том, что 200 тысяч, кто-то уже говорит 300 тысяч. В реальности действительно так много людей смогли согнать и пришли на этот концерт? Или по ощущениям людей было сильно меньше, а может быть сильно больше? Как вам это виделось там, находясь? Людей было очень много, и это не шутка, когда мы стояли в проход в терминал, то есть это еще не стадион, там на территории Лужников, во-первых, очереди там были везде, на камеру хранения нас заставили сумки сдать, хотя об этом не предупредили, везде-везде очереди, и там, когда мы стояли в терминал, началась реальная давка. Мне пришлось с собой взять ноутбук, мне ноутбук под ребро начал упираться, люди локтями, и мне нечем было дышать, настолько там сильная была давка в этом моменте. Да, людей действительно было много, реально много. Я не знаю, как на стадионе, потому что я там не была, но когда выступил президент, вот 7 минут он свои отговорил, люди повалили на выход. Это было очень смешно. Они повалили, вот и шли минут 20, наверное, огромная куча людей на выход. Угу. Вот. Спасибо вам большое. Было это... Не, да, угу. Спасибо, что вышли к нам в эфир и поделились вообще своими впечатлениями от увиденного. Это крайне важно, потому что там все хотят понимать, что там сегодня происходило. Кадры оттуда, ну, скажем так, впечатляющие, да, и хотелось это обсудить с очевидцем. Спасибо вам огромное, Мария. Очень интересно было, спасибо.